В Ханты-Мансийске открылся слет социальных предпринимателей Уральского федерального округа «Социодрайв». Участие в нем принимают более 200 человек. Это лидеры социальных проектов, представители общественности, окружных и муниципальных властей. СМИ – федеральные и региональные, эксперты из Югры, Тюмени, Ямала и Татарстана. Мероприятие проходит с соблюдением всех мер защитного протокола. Александра Амелина побывала на слете тех, кто помогает государству решать социальные проблемы. Робототехники, схемотехники, программированию и анимации учат детей Когалыма в учреждении дополнительного образования «Сайберкид». Предприниматель Фидан Мирсаяпов признается, из-за пандемии стало непросто. Продажи упали. На помощь пришла господдержка. Очень много мы получали поддержки от муниципалитета, от администрации города Когалыма, от округа. Да? То есть это гранты, субсидии очень сильно нас поддержали. Ну и в период пандемии, соответственно, нас поддержала страна. Мы получили кредит по господдержке. На слет «Социодрайв» Фидан попал впервые. Хочет подчерпнуть новых идей. Именно здесь это возможно. Участники повышают компетенции, знакомятся с лучшими практиками и актуальными трендами отрасли. А самое главное – находят социальных партнеров. Сейчас не просто образовательные программы, которые для социальных предпринимателей будут, скажем так, полезны и нужны, да, которые позволят им непосредственно поднять компетенции ведения бизнеса, понимание того, каких целей и как добиваться. Ну и плюс финансовая поддержка, та, которая по линии Минэкономразвития сейчас формируется, да, и которая будет предпринимателям, которая входит в реестр социальных предпринимателей, предоставлена как в этом году, так и в следующем. Проекты реализуются в сферах образования, культуры, социальной защиты и спорта. 4500 предпринимателей под надежной защитой, ведь уже третий год подряд Югра занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития России по итогам реализации механизмов поддержки СНКО и социального предпринимательства. Проекты социальных предпринимателей мы можем подхватить на любой стадии их развития, на начальной, на уже развивающейся и вести далее, применяя все меры поддержки. «Социодрайв 2021 открыл участникам еще одну возможность – встречу с губернатором. Открытый диалог с главой региона – стимул двигаться вперед, а не стоять на месте. Александра Амелина, Вадим Черняев, Вести Югория, Ханты-Мансийск.